Всем привет, с вами интернет-магазин Kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про такой замечательный топор. Называется он Trifix. Trifix — это торговая марка фирмы Leonhard Müller. То есть Leonhard Müller придумали и разработали такую торговую марку. То есть это топор для камина. Зачем он нужен? Я понимаю, сейчас набегут всякие хейтеры и будут: покажи, как он работает. Тот, кто хочет увидеть, как он работает, заходит на страницу интернет-магазина Kado.ru, на страницу, на карточку товара топора Trifix. Там будет именно видео, как пользуются этим топором. А сейчас я хочу просто сделать небольшой обзор, показать, что он из себя представляет. Вот этот топор, у нас 1600 грамм, то есть это самый тяжелый топор, который есть. И фишка его в том, что центр тяжести, он смещен от ручки, да. Почему он еще называется для камина? То есть у вас уже наколоты дрова, они лежат у вас уже перед камином, вам нужно сделать щепу, да, именно для растопки там, или просто более мелко наколоть. То есть здесь вы берете и колите. То есть накалываете вы полежку и собственным весом просто руку отпускаете, и она колет, прокалывает полено. Этот топор можно подвесить на такой резиночке, да? То есть, что если у вас не особо много сил, идет такая фирменная подставочка из дерева с логотипом Trifix выжженным. То есть его можно поставить на каминную полку, и он будет очень красиво смотреться. Сделан он очень мощно, надежно и безопасно. То есть эта часть кованая, выкованная из австрийской стали Южной Каринтии. Здесь уже привалена мощная рукоятка, где-то миллиметров 6 толщиной. И уже обкладочки такие идут из дерева, из ясеня. Все очень мощно. И вот такая вот защита для пальцев, для руки. То есть, если у вас сорвется, да, щепа, чтобы вы не повредили себе кисть. То есть, это безопасность. На самом топоре, на щечке, тоже стоит клеймо Trifix. То есть, это все у вас стоит на полочке. Все это так вот красиво. Все выглядит. На каминной полке стоит. Нужно вам поколоть дрова, сделать щепу. Подошли, взяли, поработали, накололи щепу, а обратно поставили на полочку. Топор не дешевый, но стоит своих денег. Аналогов в России нет, так что покупайте этот замечательный топор. Его можно дать как подарок, он идет в коробке такой с инструкцией. Он и для личного пользования, и для подарка. То есть замечательный такой топор, такой девайс, да, грубо говоря. Так что покупайте этот топор для камина, кованый топор для камина фирмы Leonhard Müller в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.